уже темнеет, пора возвращаться домой. А это кто такие сидят? Неужели летучие мышки? Давно я их не видела. О, наверное, вам холодно, малышки. Может, домой их забрать? Так, а вы вообще меня понимаете? Эй, хотите погреться? А ну-ка, за мной. Я вас еще накормлю. Действительно понимают. Как здорово находить общий язык с животными. Так, ну нам сюда. А вот и мой дом. Проходите. Вот, открываю вам дверьки. Эй, нет, это окно, нет. Вы что, совсем? Давайте сюда, вот, смотрите, проход, вот глупенький. Конечно, наверное, вы очень... Это стекло, да. Наверное, они очень маленькие, поэтому ничего еще не понимают и врезаются об окна. Наверное, вы давно не ели. Пойду посмотрю, чем вас можно накормить на кухне. А я тебе говорил, что нас кто-то да и подберет, а ты не верил. Вы обратно превращаться, а то вдруг узнают, что мы необычные мышки. Да, давай. Опа! Что же у меня тут есть? Молочко, отлично, как раз две штучки. Надеюсь, они такое пьют. Так, держи, тебе мышка номер один и тебе мышка номер два. А, понятно, вы такое не пьете. А, у меня вроде бы ничего и нет. Хотя, стоп, подождите. Кажется, в печке кое-что было запрятано. Сейчас вернусь. Нам нужно, чтобы она не узнала, что мы вампиры. Сейчас то, что принесет, сделаем вид, что съели. Потом выкинем это где-нибудь. Давай. Да, конечно, есть же, не будем это, давай. Печеньки! Так, я вам принесла немного печенек. Моя собака их очень любит. Может, и вам понравится? Держите по две штучки. О, едят. Отличненько. Накормила, можно теперь и поспать. Я так сегодня устала. Сладких снов, вы тусуйтесь тут в зале, а я поднимаюсь к себе наверх. Но перед сном нужно зайти сделать свои дела. Так. И... Оу, прости, я ничего не видела. Что, мышки ходят в туалет? Я этого не знала. Оу, да, тебе туда, в зал. А я спать. Что? Ой, так, закрываем дверьки. Спокойной ночи, моя собачка Уни. Так, мы теперь можем посмотреть, что у нее в доме. И заодно предлагаю потом подняться наверх и укусим ее, поедим, а потом завладеем этим домом. Так, уже вот. Хочешь ее превратить прям сегодня? Ну, превратить не превратить, но сделать как Скотт в принципе возможно. Так, да. В холодильнике. О, смотри, там здесь целые музыкальные нет установки, тут можно и побарабанить сейчас. Так тихо, она спит. Давай поднимемся, посмотрим, где она там спит. Стой, но она нас так спалит, проснется еще и ничего не получится. Ой, понятное дело, превращайся в летучую мышь. Ладно, так уже можно. Вижу ее ник. Сейчас мы к ней подлетим. Готов? Открываем двери на четыре. Раз, два, три. Открой. Аккуратно, у нее собака. Тихо, собака, она нас загрызет. Так, что за шумы? Она просто улетела. Вы что тут забыли? А ну летите в зал. Давайте вниз. Ой, я, конечно, все понимаю. Ночные животные. Но ко мне-то зачем прибираться? Я спать хочу. Странно, я же вроде двери закрывала. Ну ладно, наверное, сквозняк. Фу, чуть не спалило, надо быть аккуратнее в следующий раз. Да ладно, выждем подходящего момента и тогда поглотим ее, а пока что узнаем ее поближе. Давай посмотрим, может тут еще что-то интересного есть. Мы вот туда не заходили, смотри. А ну-ка, это какая-то библиотека какая-то. Библиотека, да? Так, ну вот еще в сундуках книги, приманка, починка, проклятие утраты, книга и перо. Ха, может это ее личный дневник? Глянем. О, ну-ка, давай. Так, стоп, что? Оказывается, бабка ее колдунья, походу, тоже была вампиром. Написано на языке вампиров. Что? Это внучка просто? Прошлая королева вампиров, которая ушла и не вернулась. Что? Серьезно? Ну-ка. Так, тут написано, если ты это прочитал, то ты... Пуська. Пуська. Да сам ты пуська, на, забери. Да ладно, положим пока что обратно. Я предлагаю нам с тобой все-таки пока что расслабиться. Здесь больше нечего, в принципе, искать. Давайте. Превращайся в летучую мышь. Доброе утро. И мышки, доброе утро. Наверное, вы скоро ляжете спать. Но перед этим я и Уни пойдем прогуляемся. Вы с нами? А, я поняла. Ну ладно. Тусуйтесь дома. Так, собачка, за мной. Блин, а если она в следующий раз нас потащит за собой? А мы не можем же днем выходить на улицу. Короче, нам придется что-то с этим придумать. Да, я-то еще послабее буду. Вообще сразу испепелюсь просто. Нужно следить за ней аккуратно. Если еще раз нас позовет на улицу, лети куда глаза глядят, чтобы она тебя даже не нашла. В угол вон тут полечу. Не достанет. Давай. Все равно. Кстати, тоже неплохой вариант. Я таких мы
мышек летучих нашла. Они такие умнички, такие умные, все понимают. Я сейчас тебе их покажу. За мной, за мной. Пойдем. Так, дверьки закрой, а то еще вылетят. А, возможно, уже и вылетели. Эй, мышки. А, вот одна. А вторая где? Ну-ка, приведи своего друга. Смотри, слушайте меня. Вот, вот они. Как это у тебя получается? Я не знаю, может быть, у меня какая-то связь с животными. Так, ладно, ты располагайся, я тебе сейчас чайку налью. Хорошо, спасибо. Может, заберем его энергию и закиптотизируем? А то давно ничем не питались. Я уже проголодался, уже терпеть не могу. О, какие хорошие мышки, блин. Такие дрессированные, и у нее хорошо потрудилась. Какие славные мышки. Так, прячься, я займу его место. Давай, давай. Эй, Юни, у тебя нету ничего в холодильнике вкусненького, там, не знаю, сырого мяса? Извини. Ой, а что ты с голосом? Ахрип, 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 я ахрип. Ой, Рай, ну, я не знаю, да нет, есть только, не знаю, морковка помогает. Чая не было, вот, держи, мяса нет, я не ем мясо. Вода! Ой, ладно, я что-то засиделся, пойду домой. Да, тебе явно не здоровится, господи, как это странно. Хотя он был у меня тут всего пару минут. Что же случилось? Нет, не понимаете, высоко, нет, зачем? Помогите, жители! О, какие классные у меня видосы! О, уже ночь на дворе опять! О, а вы, наверное, сейчас и просыпаться будете! Ладно, сладких снов! Классно, что вы у меня есть! Только я вам еще еды не нашла, но завтра, обещаю, завтра что-нибудь будет! Как же сладко она спит! Ну что, пора ее забирать к нам? Ха-ха-ха, поехали! Что случилось? Где я? Какие-то кости, черепа. Ничего не понимаю. Не поняла! Это я? Это я, это зеркало? А, налево, какой-то задержкой, странно. А там кто был? Стоп! Вампир! Вампир! Бежим! Бежим! Я бежим! Подожди, подожди, малыш. Что? Сейчас мы все вернем на круги своя. Вернуть себе королевский облик. А кто ты? Доброй ночи, Юни. Добрый? Где я? Кто вы? Мы тут просто решили заглянуть в мир людей, чтобы найти королеву, так как старую убили колом. Бабка была колдуньей. Ладно, какая-то бабка была колдуньей, ладно. Что ладно? Это твоя бабка, ее гены передались тебе. Моя бабка? Да. Моя бабка была колдуньей? Да, ее колом убили. А еще ее генетика передалась тебе. Моя мама говорила, что она просто осталась на болоте жить и так и там и живет. Да неважно. Кстати, я тут это твоего друга съел. Узнаешь? А, Рай, Рай, это ты, Рай, бежим отсюда! Ты глупая совсем? Да. Мы его съели, твоего друга больше нет. Съели Райма? Как-то мне удалось поглотить одну эндер-сущность, и я смог овладеть его способностями. Теперь мне подчиняются души всех мобов, а также игроков. Чё-то мне это напоминает. Ладно, наверное, вы меня что разыгрываете. Что смешного? Это так забавно, вот это вы придумали. Рай, выходи, Рай! Рай, Рай! Что за дом какой-то? Вот это придумали, что Хэллоуин, что ли, скоро? Ау, ау, обжигает мою кожу, что? Что? Ай, 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 черт, как больно! Что вы со мной сделали? Теперь ты одна из нас. Я теперь кто, вампир? Ну а кто, думаешь, дампир? Или может быть оборотень этот вонючий? Я вампир, ладно, а можно как-то вернуться обратно в человека? Мне нравилось в облике человека. А обратно пути уже нет. Попробуешь сбежать, я тебя заморожу. А, я не могу двигаться. Тебе остается только принять свою судьбу. Ладно, я принимаю свою судьбу, и что я могу? И подожди, подожди, вы говорили, что моя бабка была королевой, значит и я королева? Скорее ее преемница. Ага, а кто тогда король? Я. Ты король, сам король? Я всегда им был. Когда-то я давным-давно достиг этого титула. И сколько со мной не сражались, ни у кого не получалось отобрать его. Ого, научи меня быть вампиром. Все, ты уже согласилась быть спокойно нашей королевой? Ну, раз у меня нету, как бы, вариантов, то да, я буду твоей, вашей королевой. Нам придется провести ритуал, для которого мне нужно убить Влада. На! Что, нет? А, нет! А...
Ладно, пошутили и хватит. Да, пошутили и хватит. Короче, ты теперь можешь немного улучшить свои силы, получить много новых способностей, а также возглавить мою армию вместе со мной и сидеть на престоле. Кстати, это у нас телек старый, да. Нет, это не престол. А у нас телек старый, нам бы обновить его, у тебя дома классный. Может, перенесем? А, можете жить там. А, да, уже можно? Так, просто заехали, не зря осматривали. Слушай, так пойдем, там телек классный, посмотрим. Ну, ладно, передачу все вот это вот классно, телек мы посмотрим, Юни, но тебе нужно отправиться на охоту. Чтобы научиться быть классным вампиром? Нет, чтобы не сдохнуть от голода, потому что вампиры пьют кровь, поэтому нам не нравились ни твои печеньки, ни твое молоко, ни другая еда. Мои печеньки! Да на, забери, стоп, никто их не вы ел. Вы говорите, что я не могу есть печенье? Я могу есть печенье. Но оно совсем невкусное. Да, я вообще не почувствовала никакой сытости. Ладно, вперед! Как куда вперед? День на улице. Пойдем поспим. Так, вот это кровати ведь должны быть. Ну как кровати? Гробы? Гробы? Выглядит мягко. Ну а ты думал, мы что, Добсон? Все, пока. Кстати, нет, стоять, Влад. Я тут сплю с королевой. Переезжай в другую комнату. Ясно. Вот, это твой подчиненный. Доброй ночи. Точнее, дня. Ну да, типа того. Что? Ладно, я должна к этому привыкнуть. Да, это мои навыки маскировки. А, так, и что вы говорите? Я должна охотиться на этих овец и должна каким-то образом их укусить? Можешь охотиться на кого угодно. Овец, коров, людей, кроликов. Нет, только не кроликов. У них довольно специфическая, кстати, кровь. Дополняет тебя скоростью, но это так. Нет, ни в коем случае. Так, и... кусь! О! Я чувствую, какая она вкусная. Да, еще я могу в нее превратить. А, нет, не могу. Ты ее просто поглотил. Она, да, исчезла. Ладно, а как мне превратиться в мышь? Ну-ка, мышатус, превращатус, давайте, опа! Ну и а подожди, ты куда ты спешишь? Не нужно никакие заклинания произносить, просто... Какого ты сейчас уровня вампира? 14-го. Я 12-го. А, ну тогда ты можешь использовать любую базовую магию вампиров. А, я что, знаю как? Конечно, знаешь. Есть одна заветная кнопочка. Кнопочка? Что кнопочка? Вы что, с ума сошли? Какая кнопочка? А, ладно, я просто постараюсь. Мышка, давай. Фу, пью. Не, плохо получается. Подождите, наверное... Кто это сделал? Я так не умею, это наш король только так умеет. Ты хочешь опять, чтобы я тебя это нет, поглотил? Нет, не вы кушай, пока не там поглощай. Высойтесь, а я... Вы меня смущаете, мне нужно попытаться самой, наедине. Так, та-дам! Опа! Получилось, у меня получилось! Смотрите! Эй, а вы меня вообще слышите? А, рай! Король вампиров, смотри! У тебя получилось! Неплохо для первого дня! Только будь аккуратна, в этом облике днем ты не сможешь превращаться в летучую мышь, а когда ты вообще в этом теле, то у тебя всего лишь два сердечка. Да, я заметила. Одним выстрелом убьют тебя, так что будь начеку. Так, ну я надела вашу старческую одежду, ну чё, как я выгляжу? Как королева вампиров? Как королева вампиров, прям уф. Да нет времени до твоего костюма, если честно, на нас напали оборотни, да и везде бродят охотники, а также охотники на вампиров. Что с Владом? Влад, а, потому что вам эти напали, я разберусь, вы отдыхайте, лежите, поспите. Мы должны я всех убью! Все втроем, мы должны справиться, я научусь пользоваться своим оружием. Убери топор, ты вампир, тебе не нужны никакие инструменты, ты теперь кусаешь всех, поняла? Ну, кроме вампирского меча, не забывайте. Опа, я полетела! Так, сейчас я найду оборотней и справлюсь с ней, вы же мне поможете, да? У оборотней очень крепкая кожа. Я вижу его сюда, ребята, прям в центре, в деревне. Лечу, где? Вот он! Он бегает за бедными животными. Нашу добычу ест, иду сюда. О, заел. Давайте, ребята. Нападайте на него со всех сторон. Это, наверное, еще и не один он не тут. Не позволяй ему себя укусить, иначе ты тоже станешь оборотнем. А лечить придется долго. Товороска! Больно, у меня осталось мало сердечек. Так, он тебя укусил, только не говори, что он тебя укусил. Нет, он меня задел, просто ручкой дал по лапе. Ну это нормально, дай пять, так сказать. Почему он нападает именно на тебя? Ну я поглотил его, все в порядке. Ну, я стала летучей мышью. Что? А, оборотень! Бей его! Не переживайте, это я. A few moments later. Я устала уже быть этим вампиром. Может быть, сегодня мне получится сбежать. Все окна заколочены, чтобы не просвечивало солнце. Но надеюсь, они спят. Ведь сейчас день, я как-нибудь выдержу этот солнцепек. Но главное сбежать. Так. Тихо. Опа, куда собралась? А, черт. Посмотри, собралась сбежать. Думаешь, сбежать? Тогда я тебя заморожу. Да я не хотела. Блин, а вы
чего? Ребята, мы с вами уже ну ладно, 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 даю тебе 3 секунды, чтобы сбежать. Готова? Раз. Все-таки ты хотела сбежать. Черт. Нам придется поглотить тебя либо с концами, либо заковать до конца твоих дней где-нибудь в пещере. Я не хотела предавать вас, я просто устала от этого всего. Ну, Влад, она не хочет быть нашей королевой. Что мы-то с такими обычно делаем? Либо кидаем в темницу, либо трапезничаем. Я дома, это всего лишь сон. Пойду умоюсь.